Грузовики, груженные песком, идут один за одним. На карьере в Никифоровском кипит работа. Добыча полезных ископаемых на сельхозземле запрещена законом. Министерство экологии и природопользования Московской области возбудило административное дело в отношении компании «ОТК-сервис» за нарушение условий лицензии и выдало предписание немедленно прекратить любые работы на данном земельном участке. Но они ведутся, судя по всему. Да, компания никак на это не реагирует. Добычу песка на землях сельхозназначения в Никифоровском прекратить немедленно. Такое предписание сделал инспектор Министерства экологии Московской области 17 января этого года. Недропользователь ООО «ТЭКО-сервис» с ним не согласился и обратился в арбитражный суд. Исследовав материалы дела и представленные доказательства, судья оставил иск без удовлетворения. Но, несмотря на это, работы на карьере продолжаются. Около деревни Никифоровская, на карьере Никифоровской, вновь началась незаконная добыча песка. Есть предписание о немедленной остановке добычи, но распоряжение Министерства экологии предписаний не выполняется. Прошу выслать наряд с кубинской полиции. Приехавший наряд полиции принял заявление. Подписать его выстроилась очередь из неравнодушных жителей деревни Никифоровской и соседних населенных пунктов. Несколько десятков человек. Будет принято заявление, отобрано объяснение и принято процессуальное решение. Мы со своей стороны в рамках полномочий администрации по муниципальному земельному контролю провели проверку в присутствии представителя ТЭКО-сервис. Было установлено, что пески добываются, что работа продолжена. Повышенное внимание к объекту сыграло свою роль. Грузовики стали появляться реже. Но даже этот эффект временный, уверены инициативные жители. Теперь решающее слово за Министерством экологии региона и правоохранительными органами. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».